Выборы главы государства идут полным ходом по всей стране. В Ульяновске, несмотря на погодные условия, по состоянию на 11 дня явка избирателей составила чуть более 5%. В числе проголосовавших уже отметились представители региональной власти, общественники и педагоги. Ректор Ульяновского педагогического университета Тамара Девяткина оставила свой голос на избирательном участке, расположившемся в лицее номер 38. Но прежде проехала по городу и осмотрела другие площадки. На трех участках, на которых я побывала, абсолютно рабочая, спокойная обстановка. Люди идут с самого открытия на избирательные участки. Нарушений нет, наблюдатели все на месте. Избирательная комиссия работает в штатном режиме. Все идет так, как спланировано. Отдав свой голос, Тамара Владимировна приняла участие в рейтинговом голосовании за комфортную городскую среду. Здесь жители могут выбрать общественную территорию, парк или сквер, который бы хотели благоустроить. Председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев проголосовал в первой гимназии и предложил всем ульяновцам последовать его примеру. Управление здесь управление. Я считаю, что во главе государства должно быть очень сильное управление. Напомним, в регионе работают 989 избирательных участков. Они будут открыты до 8 часов вечера. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.